Смотри, как она выглядит, это просто жесть. Ловить врага, тяните к себе, оставлять на земле лужу масла, которая замедляет. Все, понял. Анимации в игре максимально годные. Персы просто психи больные, вот реально, просто психи больные. У нас чувак до сих пор не выиграл персонаж, уже игра началась, держу в курсе. Ой, эту карту не... А, видел, это с поездом карта. Они пошли вообще в другую сторону зачем-то. Наш инвизер туда пошел, не понимаю зачем. Awesome. Ладно, наша задача держать поинт, будем держать поинт. Че пофигу. Я надеюсь, хилы меня выхилят. Может, кого-то убили? Пожалуйста. Да-да-да, спасибо, спасибо. На, я тебя замедлю. Не, надо сначала замедлять, потом вот эту кидать. Давай, давай. Ля, стан какой. Вот здесь, ну блин, нон-таргет это вообще не очень, конечно. Слушай, ну она жесткая. Она какая-то жесткая вообще. Так, ты где там? Нееееее. Отъехала домой. Все, встали и поехали. Встали и поехали. Уехали. Да, я понял, я понял. Вот это зря, мать. Пока не ультим. Вот сейчас можно будет. Да в смысле? Я не отпущу, мать. Хорошо. Господи, она очень сильная, мой гран. Ты что, псих? Она убежала? Не трожь хила там, алло. Это просто псих-герой. Сморг. На самом деле, говорит, игра говно. Такой, блин, на самом деле что-то в игре есть. Где? Наша задача сейвить хила. Блин, случайно нажал. Поезд! Поезд ваншотает. Но он ее, наверное, кстати, не ваншотает. Не знаю. Че, не убежать, да, отсюда? Пытается... Блин, она сильная. Да, можно будет. Легко вообще. Мне вот такие идеи нужны от вас. Понимаешь? Ах ты же жучка! Смотри, хитрая. Ай, урон получила. Куда она делась? Она в инвиз тоже уходит?
Дерьмо. Не, игра веселая, в ней что-то есть. А, это в другой карте ваншот, это все, понял, принял. Смотри, видел, что она делает? Очень круто. Он ультанул тоже. Сюда, назад. Кто вообще в два танка играет? Ой, он ультанул. Ой, пролаг какой был. Да не, она очень сильная, камон. Да, в нее классно играть, я согласен. Это игру Хайрес делает? Нет, ее делают эти, я же в начале стрима сказал, которые Hellblade делали. А что я притянул? Стоять! Хорошо. Пила убить. Ниндзя теория, да. Домой. Максимально казуально прикольная игра, блин, очень сильный персонаж. Очень сильный персонаж, прям вообще. Мне зашло, что-то.